Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона, и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Вневедомственная охрана, судебные приставы, работники СИЗО и тюрем отметили свои профессиональные праздники. 12 сгоревших людей за месяц. МЧС предупреждает о пожарной безопасности. Убил и закопал. Преступление на глазах матери погибшего. На минувшей неделе отметили свои профессиональные праздники сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, работники СИЗО и тюрем, судебные приставы. Вневедомственная охрана была создана 69 лет назад, 29 октября. По сей день ее сотрудники принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на улицах и в общественных местах населенных пунктов региона. Практически в каждом районе Брянской области несут службу группы задержания, задействованные в системе единой дислокации нарядов и служб органов внутренних дел. Указанными нарядами в 2021 году выявлено 180 преступлений, задержано 1350 лиц за административные правонарушения. 31 октября в России отметили День работников СИЗО и тюрем. Еще Петр I говорил: «Тюрьма – ремесло окаянное, и для дела сего нужны люди твердые, добрые и с чувством юмора». Наш корреспондент Екатерина Пенько побывала в Брянском СИЗО номер 1 и узнала особенности этой работы. Сотрудники СИЗО в боевой готовности находятся круглосуточно. Они ежедневно работают с осужденными и подозреваемыми. Справа к синим лицам. Сейчас коридоры и камеры выглядят совсем по-другому, нежели в 90-х. С гуманизацией системы уголовного наказания число осужденных в настоящее время не превышает 500 человек. Конечно, работать в таких условиях приятнее. Светлые просторные коридоры, в камерах везде порядок. И только массивная дверь напоминает, что это за место. Во всей системе УФСИН следственный изолятор – самое сложное место для службы. С подозреваемыми и обвиняемыми в преступлениях работают оперативники, режимники, воспитатели. Важно не только задержать, но и попытаться направить на путь исправления. А 1 ноября в стране отметили День судебного пристава. В Брянском управлении федеральной службы подвели итоги работы за год и наградили лучших сотрудников. В последнее время мы слышим настоятельные рекомендации оставаться дома. Многие так и делают, а чтобы было тепло и уютно, включают отопительные приборы. Не всегда исправные. Только за минувшие выходные на территории региона произошло 13 пожаров в жилом секторе, в том числе 6 в жилых домах. В октябре при пожарах погибли 12 человек, пострадали 6. Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Новозыбково, обвиняемого в убийстве и причинении вреда здоровью. Было установлено, что вечером 7 августа пьяный обвиняемый в своем доме избил деревянной палкой сожительницу и ее 36-летнего сына. От полученных травм молодой человек скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый выкопал яму во дворе дома и закопал труп. А женщине запретила рассказывать о произошедшем. Однако через несколько дней ей пришлось обратиться с травмами в больницу. Там и сообщила о преступлении. Мужчине грозит до 15 лет колонии. О других преступлениях и не только в нашей следующей рубрике. Здравствуйте! В Брянске полицейские общественники подвели итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Конкурсную комиссию возглавил ее многолетний председатель, член общественного совета при МВД России по Брянской области, заслуженный художник Российской Федерации Михаил Решетнев. В этом году участие в творческом состязании было особенно активным. На суд жюри было предоставлено более 80 работ. Также в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой была создана отдельная конкурсная номинация. В результате сложного выбора определены победители в трех возрастных категориях.
Самая юная участница – Маргарита Толубаева, ученица 1 класса Климовской общеобразовательной школы. В категории от 9 до 11 лет победил Тимофей Косенков, ученик 5 класса школы номер 11 города Брянска. Также была удостоена внимания жюри работа Александра Мороз, учащегося Климовской школы номер 1. Приз зрительских симпатий получила Лейла Мурадова, ученица 4 класса школы номер 3 города Клинцы, которая написала портрет мамы. Из общего количества предоставленных работ высокую оценку жюри также получили рисунки, посвященные службе полицейских в период распространения новой коронавирусной инфекции. МВД России информирует граждан о переписи населения, которая продлится по 14 ноября. В отдаленных и труднодоступных территориях мероприятия завершатся 20 декабря. Переписчиков легко узнать. Специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения. Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать свои документы. Проведение опроса на улице или дворовой территории не допускается. При поступлении звонка или смс-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется. Следует помнить, что сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется. За участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются. Переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги. В случае возникновения сомнений нужно позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить в полицию по телефонам 102 или 112, либо участковому уполномоченному полиции. Полицейскими подведены итоги второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Задачей операции было выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и проведение профилактической работы в указанном направлении. Всего за время проведения операции полицейскими изъято более 18 килограммов наркотических средств. Возбуждено 27 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них 24 по статье 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Также выявлено 102 административных правонарушения, из них 85 за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. В рамках профилактики сотрудниками органов внутренних дел выявлено 348 несанкционированных надписей на фасадах зданий и сооружений города Брянска. По всем надписям направлена информация в соответствующие организации с целью активизации работы по их устранению. На сегодня это все. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Брянский областной суд вынес приговор 41-летнему жителю региона по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и умышленному причинению вреда здоровью. В суде установлено, что мужчина в период отбывания наказания в исправительных учреждениях проникся криминальной идеологией и с апреля 2019 года занял высшее положение в преступной иерархии региона, контролируя и координируя деятельность преступной среды на территории области. В ноябре 2019 года в помещении кальяны в городе Брянске с целью продемонстрировать свое превосходство в криминальной среде он причинил гражданину Азербайджанской республики телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести. Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Разбираться лучше в законах вам поможет наша постоянная рубрика. Можно ли взыскать задолженность по алиментам с наследника? В соответствии с пунктом 1 статьи 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, при наследовании имущества умершего, наследство или наследственное имущество переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил данного кодекса не следует иное. В силу положения статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты. Абзац 6 части 2 статьи 120 Семейного кодекса Российской Федерации. И на сегодня это все. Цените свою безопасность как самое главное ваше право. До встречи.